прессе, дорогие зрители, нас сегодня в прямом эфире из Екатеринбурга идет программа «Беседы с батюшкой». Прямо сейчас начинается она, и вы можете свои вопросы задавать по телефону, используя номер екатеринбургский прямого эфира 8-343-379-65-70. Сегодня ответит на ваши вопросы отец Александр Сандарев, руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской метрополии. Батюшка, по традиции прошу вас благословить, пожалуйста, наших зрителей. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Воистину воскресе! И тема нашей сегодняшней программы семейная, точнее миссионерство в семье, потому что в наше время часто бывает, что в семье не все люди воцерковленные, кто-то в храм ходит, а кто-то редко ходит или совсем редко ходит. И в связи с этим, разумеется, человеку хочется близких в церковь привести. Как же это сделать, какие могут быть методы? Об этом хочется, естественно, спросить у священника. Особенно у такого батюшки, который привык работать с молодыми людьми, который знает о конфликте поколений, наверное, немало. Батюшка, да. Расскажите, пожалуйста, какой основной принцип миссионерства среди близких? Основной принцип, его озвучил апостол Павел, он очень просто звучит. Когда кого-то хочешь привести к Богу, в церковь, будьте благоразумны и пользуйтесь временем. То есть здесь, в принципе, все очень просто. Благоразумие – это значит всегда, прежде чем что-то хочешь ближнему сказать, 10 раз отмерь, 10 раз подумай, один раз скажи, один раз как-то позови куда-то. Вот, это первое, да. И пользуйся временем, то есть используй терпение. То есть работай не на краткосрочный результат, а что называется, работай в долгую. То есть будь стратегом. Вот, потому что можно там человека затащить в церковь, там уговорить, там сказать, ну пойдем посмотрим, там же ведь хорошо, и мы знаем, что нам хорошо, что нам нравится, но это совсем не факт, что нашему ближнему тоже это все понравится, поэтому сразу. Вот этот сразу, да, да. Бывают чудеса, конечно, но вот по опыту скажу, они минимальны. 1% из 100, что вот привел человека, своего ближнего, ему вдруг понравился. Наоборот, я думаю, что по промыслу Господа часто так устраивается и для нашего спасения, чтобы наши близкие как можно дольше не приходили в церковь. Но в конце концов... Да, но если мы будем пользоваться любовью, будем благоразумны, с любовью относиться к ближним, и долготерпеливый, то рано или поздно наши близкие, конечно, придут в церковь, то есть они будут спасены в Царстве Небесном. Вот это самое главное. Вот. А то, что они часто не приходят, вот представьте, если человек, особенно новоначальник, который пришел, который горит, он всем хочет подходить и буквально кричать «Христос воскресе!» каждому встречному. У меня, по крайней мере, так было, когда я только пришел к вере. Я всех своих однокурсников замучил. Вот. И, конечно, вот этот вот период, особенно новоначального, он такой очень проблематичный. Потому что именно проблемы возникают, когда человек только пришел к вере, когда он вдруг открыл для себя удивительный мир веры, много правил различных, постовых, литургических, канонических, всего-всего. Вот это огромное богатство нашей церковной православной традиции, он в него окунулся, он видит, что это огромный мир, и он пытается этот мир в свою семью затащить и свою семью в этот мир привести. И понятно, что сразу не получается. А если получилось, вот я так думаю, сколько вреда может быть человеку, если у него сразу все получилось, привести всех своих близких, когда они взяли, все выстроились и пришли в церковь. Без говения. Просто исполнитель. Да, вот так вот. Это сколько вреда может быть этому человеку именно в плане духовной гордыни. Именно для новоначального вот эта духовная гордыня одна из самых опасных, больших опасностей представляет. Поэтому, конечно... Ну, а вообще брать на себя эту задачу целесообразно? Она в Евангелии прописана. Да светит свет ваш перед людьми, чтобы... видели ваши ближние, это, чтобы ваши ближние видели дела и прославляли Господа. Поэтому есть... я думаю, принцип, вот еще второй принцип, который можно высказать, вот я уже два высказал, вот, да, третий принцип, он заключается в том, что
необходимо сделать так, чтобы жизнь наших близких стала легче после того, как мы пришли в церковь. Во всех смыслах. Например, муж, если он пришел в церковь, раньше он не выносил ведро, а сейчас он стабильно выносит. Я уж не говорю про отказ от каких-то вредных привычек. То есть в земном отношении проявить то, что мы стали лучше. Самые простые, элементарнейшие вещи. Начать исполнять и быть в этом плане к себе требовательным. И не говорить, что ты что-то сделал. Просто ты делал то, что ты должен был сделать всегда раньше. Вот с этих мелочей начинается вообще воцерковление наших близких. Понятно, спасибо. Батюшка, это самое сложное обычно. И дальше уже возникают множество ситуаций у наших зрителей. То есть, допустим, когда дети воцерковлены, а родители их еще не очень пришли в церковь. Или наоборот, когда родители ходят, а дети отказываются. Например, когда муж является старостой на приходе, а жена его не очень-то говеет прийти в церковь. Или, ну, хотя это, наверное, не так часто складывающаяся ситуация. Но вот бывает, когда жена очень активно на приходе, а вот своего собственного мужа забывает привести. Поэтому, дорогие зрители, формулируйте свои ситуации, которые действительно в вашей жизни происходят. Сейчас у нас уже есть звонок в студии. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, да-да-да. Христос алло. Воскресе. Воистину воскресе, Христос воскресе. Воистину воскресе. Да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте, да, говорите. Меня зовут Ольга, я из города Тула. У меня вопрос такой, отец Александр. У меня есть племянница, ей 27 лет. Она воспитывалась в православной семье, ходила в храм, в общем-то, с детства. Но несколько лет назад увлеклась восточными религиями, в том числе буддизмом. В настоящее время занимается йогой. Мы очень переживаем по этому поводу. Пытались вести с ней беседы. Но они либо заканчивались какими-то спорами, она очень много читала на эту тему, приводит аргументы в пользу своих взглядов. И мы хотели бы очень посоветоваться, как ее возвратить в нашу православную веру. И можно ли о ней молиться, подавать записки на литургии? Да, начну с последнего вопроса насчет записок на литургию. Вот, я думаю, в данном случае, если она была раньше в церкви, и был какой-то знакомый батюшка, который ее знает, или есть духовник семьи, вот если это семья верующая, то, конечно, надо с ним посоветоваться и узнать, потому что здесь, конечно, он может на себя взять и молиться о таком человеке, заблудшем. Вот, поэтому здесь нет такого готового решения, подавать записки на литургии или нет. Понятно, что церковь молится о своих. Вот. Мы, естественно, ее считаем своей, но она как бы ушла в страну далече, как блудный сын. Ушел, где-то ходит, но отец каждый раз его встречает и, конечно, вот вынимает на проскомиде поминать, вынимать в данном случае частичку является вот в данном случае. Это область его ответственности. Да, да, это область ответственности данного священника, который знает лично. Вот. Потому что в церковь мы лично входим. Это первый момент, да. Что касается вот дискуссий, диспутов различных, конечно, если человек открыт на диалог, вот здесь очень тонкая ситуация, если он открыт на диалог, то нужно, значит, родным, близким изучать ту культуру, которую она изучает. Там, может быть, даже изучать язык этот, который... Ну и христианскую апологетику. Ну, естественно, тоже. Христианскую апологетику. Чтобы знать, чтобы хорошо ответить, чтобы показать, в чем у них заблуждение, в чем у них отличие их учения от нашего христианского, нужно знать хорошо их учение. Если она открыта на какой-то диалог. Вот. Но даже если она не открыта, все равно нужно изучать. Есть среди ваших подопечных кто-нибудь из молодых людей, кто раньше увлекался вот религиями зарубежными, азиатскими? Так, много, конечно, таких. И приходится вести философские диспуты? Да, вот, но вот с восточными религиями там всегда проблема, особенно если человек там участвовал в каких-то практиках, то она очень глубоко проникает в сердце человека. А вот эти духовные практики – это обращение? Медитации различные. Вот, различные такие вот,
и восточное единоборство, связанные вот именно с энергетическими какими-то вещами. Выход в астрал, вот эти все? Да, вот эти все, вот вещи, все эти замечательные вещи. А может родитель просто запретить на правах вот старшего в семье? Нельзя такого делать. Вряд ли это подействует, потому что 27 лет человеку. Угу. Вот. И мы сейчас не живем в патриархальных семьях, где отец за столом сказал, если кто-то поперек сказал, что... то он сразу ложкой по лбу может получить, вот, если вперед стал есть там, кашу или что. У нас сейчас не патриархальная семья, это семья в основном, и, судя по всему, в патриархальной семье это бы даже и не ставился вопрос. Человек бы даже не подумал куда-то уходить. Он живет в традиции. Вот. Поскольку человек взрослый, 27 лет, насилием здесь проблему не решить, это точно. Заставить, принудить в данном это невозможно в данном случае. А не опасно ли вот изучать другую культуру, если уже ребенок получается там поклоняется, ну скажем так, не Троицу чтить? Я понимаю. В смысле, для его ближних не опасно ли, да? Нет ли в этом вреда? Понимаете, в любой информации так или иначе есть какая-то опасность. Знание, как известно, надмевает. Вот. Но если мы поступаем и что-то изучаем по любви к нашему ближнему, то это покрывается вот этой любовью. Поэтому хотел бы главный аргумент сказать, который в данном случае может подействовать. Если, еще раз подчеркну, она идет на диалог и готова спокойно изучать вместе, вести дискуссию, если она может рассудительно поступать, это одна ситуация. А если она, извиняюсь, есть такое понятие промытость сознания человека, и вот если это произошло, если она просто шаблонами говорит, если она только убеждена, что она только во всем права, вот, то в данном случае очень сложно что-либо человеку доказать. Он закрывается формулировками, фразами и не хочет рассуждать. И как тогда достучаться? Вот. Это сложная ситуация. Это ситуация, когда человек попадает в секту различную, и под какое-то в том или ином виде тоталитарное воздействие на личность. И здесь уже сложнее гораздо. Здесь возможно только, как мы знаем из Евангелия, один способ – молитва и пост, который человек совершает по любви. То есть любовь в данном случае, она рано или поздно человека вырвет оттуда. Но в данном случае любовь – это жертва, это подвиг, это самоотречение. Жить по любви человека, все равно о нем думать, за него молиться. И всегда своим примером. И стараться примером своим вот как-то что-то явить. Поэтому здесь, конечно, вот очень много нюансов, которые нужно учитывать. Мы будем надеяться, что речь не шла о такой вот прямо тоталитарной секте. Неизвестно. Просто неизвестно. Философское какое-то увлечение. Если философски, тоже разные философские учения бывают. Вон, кришнаизм, там тоже философское учение есть, да? Тем не менее, мы знаем, что происходит с человеком, когда он попадает. Ну ладно. В это учение. Батюшка, у нас еще есть вопрос в прямом эфире. Кто-то на телефоне. Алло, здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Апостол Яков есть такие слова. Братья мои, не все делайтесь учителя, потому что мы подвергнемся Божьему осуждению, потому что много согрешаемся. И также у него слова есть такие, что я согрешивший в одном, будет все равно виноват во всем. Как же тогда учить, если мы подвергаемся таким искушениям? Угу. Все, я так понял вопрос. Это занят, слышали? Да, что не всякий становись это учителем, угу. Да, согрешивший в одном, да. Виноват во всем. Виноват во всем, да. Вот. Но есть такое, безусловно. И когда человек начинает учить что-то, говорить, он должен всегда помнить вот о этой особой ответственности. Вот. Но не будем забывать, что если Господь дал талант, что человек умеет рассуждать, у него есть образование, он учится, и у него, что называется, учительность некоторая есть в его жизни, в его отношении к жизни, что он говорит, его слушают, его любят это люди слушать. Рассудительность, добродетель развита, трезвость. Воздержан он, особенно в словах, воздержанным быть очень важно. Вот если человек обладает такими дарами и талантами, и он не учит, он говорит, нет, я не буду брать на себя ответственность, то за это, мы знаем, гораздо больше наказания. Мы помним, что
случилось с тем, кто взял талант и закопал. Самое страшное наказание. Не за то, когда человек что-то не сделал, что-то сделал не, это, не так, а за то, когда человек не сделал, потому что не хочет брать ответственность. Не воспользовался. Да. В этом смысле у апостола Павла есть прекрасные слова. Он говорит, что если у кого-то дело не устоит, оно сгорит, впрочем, человек может спастись, но из огня. А если человек закопал свой талант, он даже спастись не сможет. Он просто уходит от Бога. Поэтому это нужно помнить. Но ответственность большая, да, но ответственность за то, что мы не учим, она гораздо больше. Это для тех, кто может учить, поговорить. А если родитель не видит в себе силы, как-то просветить ребенка? Если родитель не видит в себе силы, остается смирение, любовь, молитва, пост, терпение. Прекрасные христианские добродетели, которые гораздо лучше учат любого человека. Вообще нужно не забывать про проповедь делами, а не только словами. И начинать нужно с проповеди словами. Ой, с проповеди делами, извиняюсь. Что сначала мы учим делами, и человек, который рядом с нами живет, говорит: «Я хочу быть таким, как ты, научи меня». И здесь мы уже можем рассказать о христианской вере, о христианском учении, о молитве «Отче наш», о Евангелии, о Христе, который любит и спасает каждого человека. Простыми словами, которые исходят из сердца, но в данном случае они будут близки человеку, даже если они самые простые, он будет брать их, и ими жить начнет. Но если мы начнем с проповеди делами, это мы говорим про семейные, наверное, отношения, про близкие отношения с нашими друзьями, с тем ближайшим кругом, в котором человек живет. Ясно, спасибо. Батюшка, пока мы с вами сидим, принимаем звонки в прямом эфире, еще ждут в своей очереди вопросы, которые зрители успели позвонить, задать в течение какого-то времени перед программой. Они все напечатаны. Не все из них мы, конечно, успеем за этот короткий час, который нам выделен в прямом эфире. Но, тем не менее, некоторые успеем прочитать. Галина из Самары прислала вопрос о своем сыне, который очень хорошо учился в детстве, но по характеру был неуправляемым. И она в сердцах посылала на него проклятие свои материнские. Сейчас сын вырос, защитил диссертацию, помогает маме, у него все хорошо. И она пишет: «Но я понимаю, что грех проклятия на мне лежит. Как мне его искупить?» Вот такой вопрос. Да, здесь, наверное, все-таки не нужно так сильно себя переживать, что это именно грех проклятия, это именно было согрешением, празднословием, скорее всего, пустословием, потому что по-настоящему же она не хотела проклинать сына. Она просто говорила это сгоряча. А грех проклятия — это когда человек действительно перед лицом Божьим встает и говорит, что этого не было не просто в сердцах, а как осознанный выбор. Это первый момент. Хотя, конечно, слово «не воробей» вылетишь, не поймаешь, да? Но Господь может исправить ситуацию. Поэтому ситуация только одна. Мы жили без Бога, ситуация была хаотичной. Когда мы начинаем жить с Богом, мы зовем Господа в нашу жизнь, в нашу ситуацию. Ситуация начинает исправляться таким образом, каким угодно Богу. И Господь может покрыть по своей милости, по своей любви, по своей заботе о спасении человека. Поэтому ей нужно просто глубже воцерковляться, помнить про этот грех и следить за своим языком впредь. И стараться регулярно жить церковными таинствами, найти себе служение в церкви, помогать ближним сначала, если получается, не только ближним помогать, но и другим людям. Другим ближним. Да, другим ближним. Тоже этим заниматься. То есть заниматься такой простой христианской жизнью. Такой простой христианской жизнью. И это лучший способ защитить от всех вещей, от всех наших грехов, от всего, что было с нашими детьми, с теми, кто так или иначе с нами связан. И раз мы заговорили о празднословии, поговорим и о сквернословии. Тоже Галина из Перми спрашивает, какими молитвами спасать сына от сквернословия. И уточняет при этом, что сын у нее
офицер. Ну, то есть мы не сомневаемся, что пермские офицеры, они православные, то есть Богу молятся и в церковь ходят. Но бывает такое, что мужчина себе позволяет языку распуститься. Да, особенно в армии. Да. Что же делать, как ей сына научить? Как ей сына научить, да? Наверное, уже поздно это учить сына, если он уже стал офицером. Вот. В данном случае, если только сам себя сын может научить в этом возрасте, потому что мы учим это ребенка, понятно, когда он еще лежит поперек скамейки, да? Вот. И именно тогда нужно было прививать у него любовь к слову, культуру, вот эту лингвистическую. То есть сквернословие во взрослом возрасте – это от недостатка любви к слову? Конечно, в той или иной степени от недостатка культуры. Оно откуда появляется? Человек не может выразить нашим богатым русским языком какую-то мысль вот, правильно, с эмоциональным содержанием, с эмоциональной тонкостью, с чувством. Со смыслом, с расстановкой не может вырасти, и прибегает к мату, как хороший заменитель, где можно с помощью тембра, если, с помощью... В детстве ребенок вот не ругался, даже никаких слов и не знал, нехороших, а потом, когда он вот вырастает, уже выходит из-под родительского крыла, да, да. Уже в более сознательном возрасте, начинает подхватывать от своих сверстников, скажем, 20-30 лет. Ну, опять же, если в нем культура сформирована, вот этот стержень, то он рано или поздно преодолеет себе это. То есть в детстве мы закладываем в молодого, ну, вообще в человека, закладываем основные такие стереотипы или архетипы и поведенческие, и психологические. У человека может быть какое-то увлечение, его может увести вправо-влево, но рано или поздно человек к ним вернется. И поэтому то, какой культурой мы живем, то, как мы работаем над нашей культурой, какие книги мы читаем, какие фильмы смотрим, как в храм ходим, что это для нас, даже в храме, как мы себя осознаем, что мы делаем. Вот эта культура – это то, что нам дал возможность Господь не просто выбирать, но и творить. Возделывать рай – это значит создавать культуру в раю. В раю, даже в тот сад, который Господь насадил, дал человеку, сказал, делай его культурным. Возделывать, значит, окультуривать. И вот, всему давай имена. Давай всему имена, да, 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 словами пользуйся. И пользуйся так, чтобы это имя принял Бог. Помним, да, как Адам сказал, так и стало имя ей. И в этом смысле это и есть культура наша. И поэтому учиться эту культуру создавать. У нас, конечно, большая проблема с этим. Все выжжено, вырублено, вот, много-много раз. Вот, как у пророка Исаии написано в 6 главе. Но даже если все вырублено, потом выросло еще вырублено, все равно, если маленький корешок остался, его можно вырастить. А он у нас остался, корешок. В нашей русской культуре, в русской классике. Мы ее читаем, слава Богу. Народ еще читает у нас. Обращаться надо и в возрасте, и в юношеском возрасте к русской классике, и не только к русской. Батюшка, у нас на телефоне снова зритель. Алло. Здравствуйте, Христос воскресе. Воистину воскресе. Как вас зовут? Задавайте вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Марина. Я из Магадана. У меня такой вопрос. Я хочу вот по поводу воцерковления своих родных, я хочу про брата спросить. Я сама недавно стала воцерковляться, но как бы перестала краситься внешне мне, вот жизнь не так интересует, внутренне больше интересует. И я бы хотела, чтобы он тоже как бы задумывался над этим. Но я как-то стала воцерковляться, я как бы стала болеть больше, я и так болею, у меня есть болезнь. Но больше стала болеть. И брат, глядя на это, то есть пример такой получается, что я стала болеть больше. И он говорит, где твой Бог? Почему он тебя... Ты болеешь, а он тебя вместо того, чтобы тебя излечить, он наоборот, ты больше стала болеть, чахнуть как бы. И он отдаляется наоборот. А вопрос в том, что ответить брату, да? Он отдаляется. Брат, да.
То есть вы имеете в виду, что ответить брату вот на такой аргумент? Правильно, Марина? Ну да, что ему ответить, да, как вот, что он не прав. Я говорю, это все земное, а главное, что это он... Понятно, не понятно, не спасибо. Марина, то есть, батюшка, видите, ситуация как раз то, о чем мы говорили в начале беседы. Человек недавно пришел в церковь. То есть он теперь пример для своего брата, вернее, она. И вы говорите, что надо в это время стать лучше. А вот у Марины, видите, как получилось? Пришла недавно в церковь, только стала говорить о Боге в семье и заболела. И у брата появился такой аргумент. Где же твой Господь? Что же ей ответить? Ну, конечно, ситуация недостаточно описанная. Но я как понял, что она и до того, как пришла в церковь, тоже болела, да? Ага. Да, я так понял. Рассмотрим два варианта, и такой, и такой. Да, насколько я понял, именно так было. А такое бывает, человек болеет, и иногда разные бывают такие болезни, бывают очень серьезные болезни, человек там заболел, ну, например, раком, да, и, ну, серьезная стадия, вот, и человек вот из страданий, из того, что думает, ну, хоть как последнее, ну, такое прибежище прибегает к церкви, да, а рак все равно продолжается. Естественно, вот. Бывают чудеса, но не всегда, да? Вот. Бывают случаи, когда человек пришел в церковь. Не только от человека, а и от Бога зависит, и еще вот очень много от чего зависит. Поэтому вот в данном случае, конечно, вот здесь очень много нюансов. Человек заболел, пришел в церковь. Здесь какой очень важный момент? Что в церковь, когда он пришел больной, ему легче эту болезнь терпеть. Вот это самый главный аргумент. Если бы не церковь, я бы не смог бы выдержать вот ту болезнь, ту бессмысленность, которая рождает болезнь. Ведь что рождает болезнь? Она человека вырывает из общества. Человек становится как бы прямо или косвенно изгоем. Он становится в тягость, так или иначе, своим родным, близким. Но им же надо жить, радость жизни испытывать, а он болеет. И вот эта тягость для родных, для близких, она очень сильно человека разрушает. Именно вот эта тягость. Не сама даже болезнь больше. Все болеем. Это нужно принять. Мы все рано или поздно болеем и все умрем. Это самый, наверное, ну, такой факт, который, я думаю, не нужно никому доказывать. Вот. И вот этот важный момент, что когда человек приходит в церковь, ему легче преодолеть эту болезнь. Еще Марина, по-моему, сказала, да, что она внутренне больше развивается в христианстве. Это тоже очень важный момент, что внутри, в сердце, с молитвой к Богу, с обращением к смыслу евангельскому благовестия, человек получает некоторые силы преодолевать. Жизнь начинает иметь новые измерения. Я думаю, это самое главное, что можно сказать брату. Потому что если бы она не пришла в церковь, она точно так же, скорее всего, болела. Потому что болезнь имеет логическое развитие, если человек начинает болеть. Не всегда возможно будет вылечить, не все болезни можно вылечить. Но да? Было бы отчаяние еще к этому. Могло бы стать отчаяние. А отчаяние, оно рождает вот, и усугубляет болезнь часто. Усугубляет иммунную систему. Человек больше нервничает, начинает больше нервничать. И в результате еще сильнее бы заболел. Поэтому, я думаю, очень простой аргумент. Мне церковь помогает пережить мою болезнь, пережить мои скорби, мои страдания. На самом деле, эта проповедь наиболее, наверное, показательна для наших близких. Если человек страдает, но при этом свои страдания не вешает на родных, а стойко и мужественно, с верой и с любовью к Богу преодолевает, мне кажется, это лучшая миссия, которая может быть для наших близких. Спасибо, батюшка. Еще один звонок у нас появился. Кто-то на проводе. Христос воскресе. По телефону говорите, не по телевизору. Христос воскресе. Воистину воскресе. Воистину воскресе. Валерий, Московская область. Алло. Да, слушаем. Христос воскресе. Это Валерий, Московская область. У меня вот такой вопрос. Я в свое время... Я чтец-алтарник, в свое время учил паренька, ну, он почитает, понамарит. Сейчас он окончил семинарию, стал священником. И вот у меня иногда такое, слава Богу, что он стал священником через меня. Человеку хочется подойти, чтобы ему подоставление. Является это гордыня, как вот с этим ощущением
обратиться. Как ему с этим быть? Спасибо. Спасибо, так, Валерий. Еще раз. Интересный вопрос. Он в церкви алтарник и привел в церковь священника. Да, будущего священника. Да, теперь да. это батюшка. Да, ему, да. Он радуется тем, что он стал священником, и идет к нему за благословением в первую очередь. Очень уж ему нравится тот факт, что вот теперь этот человек священнослужитель. Является ли это гордыней? Нет, если он гордится тем, что он привел человека к вере и священство, это является гордыней. А идти за благословением не является гордыней. Все очень просто. Следить за благословением можно? Да, следить за собой надо внутри и отслеживать горделивые помыслы, горделивые движения души и пресекать их. Гордыня, она повсюду человека подстерегает. Это самая страсть, которая ближе всего, то есть она старается примешаться к самому доброму. Вот. Если сделал что-то доброе, именно там ищи духовную гордыню. Она именно в данном случае самая опасная. А вот подходить благословляться у своего друга, получается. А если он не будет подходить, думает, я вот так буду бороться с гордыней, что не буду подходить благословляться. Это еще больше может быть. Это уже богопротивно. Да, смирение, паче гордость есть такое это выражение. То есть это когда смирение, оно как бы это на самом деле не смирение, а такое смиренничание, когда человек как бы себя это делает вид, что он смиренный. Вот. Это на самом деле еще хуже этой гордости, когда такое лицемерное смирение называется. Какая интересная, запутанная ситуация. Но нет. Смиренничество, пожалуй, да, потому что он может ведь это начать, а это нормальные отношения, подходить, благословиться у батюшки, все это хорошо. Просто внутри надо следить за собой, чтобы это не я сделал, это Господь привел человеку, и я там грешный. Может быть, там много чего это что испортил в своих отношениях. Вот так себе надо говорить. А на самом деле Господь привел, как апостол Павел сказал. Я поливал, там, я что-то говорил, Аполлос поливал, но привел-то Бог человека к вере. И здесь так же. Господь все делает, а не мы. Спасибо. Ну что ж, батюшка, и раз мы снова подошли к алтарю поближе. Да. Так, нет, подождите с вопросами на бумажке. У нас есть вопрос по телефону. И человек в студии. Здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Алло, здравствуйте. Это Ольга Рязан. Говорите. Я такой вопрос. Батюшка, у меня такой вопрос, он из глубины души. С сестрой мы не виделись 10 лет. Сестра для меня большой смысл жизни. Мы с ней, она с Дальнего Востока, едет и на нейтральной территории. Мы с ней встречаемся. Ей 52 года, у нее рак. Она 3 года как пришла к вере протестантской или адвентистской, я не знаю, 7-го дня. Она хочет перекреститься, веру перекрестить в воде, там как-то, я не знаю. Вот. Вопрос в том, что она везет в подарок мне флешку с ихним песнопением, с ихней вот, Библию, которая только Библия, икона. Она говорит, я их еще убрать не могу, но они у нее сложны. Для нее икона не существует. И вот для меня сестра это, ну, очень важна эта встреча. Она на контакт никакой не пойдет, я не смогу ей что-либо доказать. Но для меня икона, это мне судьба очень сильно как бы, ну, тяжело было. И благодаря вот угодникам, благодаря моим иконам, которые со мной, для меня это вот смысл жизни. Как правильно с сестрой нам встретиться? И вы, извините, я волнуюсь, и, в общем, вот как-то ничего. Так. Понятно, понятно. Так ситуация понятная, да. Если ничего не доказать, то, что мы в прошлый раз говорили, если есть возможность диалога, это одно. А если у человека нет возможности диалога, но у протестантов у них есть такой подход, что они, вот у них есть Библия, они имеют набор цитат, и они ими живут. Особенно в отношении к православным, они имеют тоже несколько таких маркеров, вокруг которых они выстраивают всю свою полемику. Особенно адвентисты у них есть. То есть это целая методология даже? Да, у них такой подход. Вот. Поэтому нужно постараться по возможности быть благожелательным, добродушным, не касаться вот тех вещей, которые разделяют. Не говорить о субботе, о воскресенье, не спорить об этом. Говорить, что ты выбрал этот путь, я все равно тебя люблю. Несмотря на тот путь, который ты выбрала. Кажется, что у них будет тем поговорить очень много, если давно не виделась сестра. Родственники. Нужно поговорить больше, может быть, о душевных темах, чем о духовных.
Потому что если духовные темы вызывают раздор, если разговор о Боге вызывает вот такое противоречие, лучше об этом этого не касаться. Может быть, даже сразу сказать, давай не будем о религии. Mm-hmm. Давай поговорим о нашей семье. Как вот помочь? Как вот тебе помочь? Что сделать? Какие-нибудь самые простые добрые вещи. Вот. И на этом и этого достаточно. Не нужно стараться человека привести, потому что, еще раз, Господь приводит людей. И лучший аргумент всегда — это любовь. Слова стоят иногда очень мало, а дела — любовь, расположение, выдержка, терпение, крепость душевная, благоразумие, рассудительность — она стоит гораздо дороже, чем просто удачные слова, чем правильно построенные фразы. Это нужно помнить и знать. Спасибо. Значит, сестра приезжает, сразу разговоры о религии прекращаем и обсуждаем, что за последние 30 лет в семье-то произошло. 10 лет, я так понял. Ну, в общем, много лет. И раз уж заговорили о таких диалогах, из Подмосковья вопрос. Дочь ушла к сектантам, но до этого ходила в храм. А мама сама псаломщица. Наша телезрительница спрашивает, можно ли читать всем 20 псаломщикам молитвы за возвращение дочери в храм. То есть вот так служебным положением воспользоваться и молиться коллективно. Если они будут это делать по любви, то не то, что можно, нужно делать. А если это будет по такому административному ресурсу, если будет заставлять людей молиться, то, наверное, здесь ничего хорошего не будет. То есть ответим по их благоверию. Конечно, по их расположению. Попросить, это же всегда, где двое или трое собраны во имя Мое, это я посреди них. Если это собранность во Христе ради того, чтобы вот спасти дочь ближней, конечно, нужно это обращаться. А если это будет вот такое жесткое, ну, такое распределение, ты прочитал сегодня или нет? За возвращение, да, моей, да, дочери. За возвращение моей дочери. Вот. А почему ты не прочитал? Вот. И так далее, и тому подобное. Тут, конечно, вот это насилие, еще раз подчеркну, оно ни к чему хорошему не приведет. Ну, я надеюсь, что у нее коллеги, псаломщики тоже. Да, будем надеяться, что нормальная церковная этого. Ситуация. Вот. Да. Любовь и братство процветают в этом храме. И вопрос, который хотел задать вот, на тему, которую мы уже поднимали, вы, вернее, батюшка, поднимали, но не до конца мы ее рассмотрели. Спрашивают из Нижнекамска телезрительница Надежда, почему некоторые батюшки говорят, что нельзя записывать имена родственников на проскомидию, если они не причащаются. А родственники, уточняет она, у меня крещены. Угу. Вот здесь... Это правильная логика. Вот. Но еще раз подчеркну, в каждом случае нужно разбираться. В каждом случае нужно разбираться. Если человек крещен, но он не живет в церкви, он не является членом церкви. Если он не причащается. По церковным канонам, если он 3 недели не был на причастии, там 4 недели, то он все, он уже как бы... И священнику брать за него ответственность. Ну, я как бы сейчас, конечно, немножко так самый строгий, это книга правил. Вот. Ну а так, если по разным это вещам было, потому что вот раз в год человек, вот Великий пост, хотя бы на Пасху, как он проявил свою веру? Если он совсем никак не проявляет веру, он отказался от веры. Вот. Потому что вспомним слова евангелиста Марка. Сегодня его память утром была, да? И вот он говорил, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Никто не будет креститься, а кто не будет веровать, осужден будет. Так заканчивается Евангелие от Марка. Еще раз, кто будет веровать, креститься, спасен, а кто не будет веровать, осужден будет. Если они не верят, они вне церкви. Вот. И в данном случае, хоть крещены, хоть не крещены, в данном случае это, увы, если человек крещен, это отягощает ситуацию. Если он, человек, если он крещен, а не ходит в храм, то с него спрос-то больше. И... Поэтому я думаю, что отчасти эти батюшки логически правы. Но, еще раз подчеркну, всегда нужно знать нюансы в том или ином случае. Если где-то не берется, нужно точно узнать, почему он человек не ходит. В чем? А может быть, он вот как-то вот восточная девушка, что-то случилось у него в жизни. Может быть, он не потому, что неверующий, потому что, может быть, он как бы немножко сломался в вере.
по нашим грехам. И никто не помог. И никто не помог, да. Тогда это не его только проблема, а наша. И тогда мы, как люди верующие, наоборот, должны о нем больше молиться. И думаю, Господь примет нашу молитву и наши такие поминовения. То есть личный подход должен быть вот ко всем вещам, даже к записочкам, которые люди подают. Есть, кстати, такой вопрос. Довольно часто неофиты задают телеканал. Очень простой. Батюшка, почему нам нужно венчаться, креститься, подавать записки и так далее? Почему это нужно? Ну, во-первых, нигде не сказано, что это нужно. Вот. Слово, наверное, такое, наверное, не очень корректно поставлен вопрос. А если никто не заставляет? Вот, если это вспомню, опять же, Писание, да, когда это апостол Филипп в книге Деяний встретил евнуха, который шел и думал над Священным Писанием. И тот ему рассказал, и тот говорит: «Я верю, что мне мешает креститься?» Он говорит: «Ничто не мешает». Так вот, если человек верит, то, естественно, ему креститься. Ну, а венчаться, например, монахи не венчаются. Да, естественно, венчаться двум верующим людям, да, и так далее. Это естественно. Нужно в данном случае, наверное, это не то слово, да. Никто не заставляет этого человека делать. Мы хотим, чтобы человек стал такими, как мы, как апостол Павел сказал Фесту, по-моему, да, что я хотел бы, чтобы вы все стали, как я, то есть верующим, крещенным, но я не буду вас заставлять. Я не буду говорить вам, что это вам нужно, и принуждать вас к этому. Это очень большая опасность принуждать. Спасибо. В религиозных сферах. И у нас снова звонок, прямой эфир. Алло. Христос воскресе. Воистину воскресе. Отец Александр, скажите, пожалуйста, как нецерковному человеку, нецерковным языком объяснить, что сквернословить, ругаться матом — это плохо? Спасибо, всего доброго. Ну, можно объяснить культурным языком. Вот. Объяснить, откуда взялся мат. Объяснить, что вот он разрушает язык, что обычно те люди, которые матерятся, они, то есть среди них больше и убийств, еще каких-то других агрессивных действий, что очень часто мат связан с агрессией. То есть можно на языке таком рассудочном, рассудительном показать, что это разрушает человека. Это разрушает человека. Только я не думаю, что нужно всякие такие теории использовать в данном случае, которые не доказаны еще наукой, что ты сказал слово, вокруг тебя что-то зарядилось, и этот заряд против тебя действует. Это еще никак не доказано, и для человека это будет смешно. Может быть, оно так и есть. Вот, и, скорее всего, так и есть. Ну, это как-то с бесами связано. Ну, не только, я думаю, вообще, наверное, и с бесами. В целом, что такая негатив, который человек излучает, он против него как бы больше всего и действует, так или иначе. Откуда взялся мат? Ой, вот я здесь не хочу всех этих тонкостей в это вводить. Вот. Но насколько я знаю и слышал, он взялся после того, как у нас было монголо-татарское нашествие. Вот. И ну, основная мысль такая, что люди, которые мат употребляют в своей речи, они такие более разрушенные, более несчастные люди. А в основном люди, которые избегают мата, они у них все хорошо. Ну, слово «все хорошо» — это очень грубо, наверное, да? Вот, хотя можно и на таком уровне показать, что когда человек может что-то донести до человека простыми, нормальными, добрыми словами, естественно, его люди будут любить больше, чем он будет доносить с помощью мата, с помощью агрессии, с помощью злых эмоций каких-то. Мат все равно так иначе связан с какими-то злыми эмоциями. Вот. Не нужно человека при этом, конечно, пугать. Это всегда нехорошо кончается. Нужно показывать человеку правильный, рассудительный путь. А придираться. Допустим, человек редко употребляет. И, допустим, в положительном настроении, но стоит ли указывать ему, вот здесь можно было бы без этого слова? Ну, я не знаю, какие отношения у людей. То есть индивидуально? Если близкому, то можно, наверное, сказать: слушай, ну,
неуместно было так по любви, там, другу, брату сказать, ну как так вот, как-то можно было сказать другое слово подобрать в этой ситуации. Вот. Если, опять же, если это не искусственно. Угу. Ведь человек еще последнее, что можно сказать, что ведь человек иногда, если он начнет искусственно вот жить и во всем быть, стараться абсолютно правильным таким вот, это тоже может быть связано с таким, с фарисейством. И в этом случае, в такое фарисейство, по словам Евангелия, оно хуже, чем те люди, которые вот живут более грешно. Но признают, да, что они грешны. Да, но признают, что они грешные. Вот здесь вот этот тонкий тоже момент есть, поэтому нужно понимать, что если мы вот пытаемся человеку донести, что вот что мат это плохо, не нужно ему доносить, что сам мат плохо. Нужно показать жизнь без мата. Угу. Вот, наверное, вот так лучше. Спасибо, батюшка. И вопрос от женщины. Мы с вами говорили уже о том, что если семья патриархальная, то тогда проблем возникать не должно с выбором, если мужчина. Да. На страже культурной традиции. Но вот такая проблема. Из Волгоградской области задает вопрос Галина. Как можно подчиняться и слушаться мужа по христианской традиции, если дела муж совершает не Божие? Вот как быть женщине православной? Нужно подчиняться в том, где он не требует греха. Это очень просто можно ответить. Отличный ответ. Спасибо, батюшка. У нас снова звонок в студии. Алло, Христос воскрес! Здравствуйте. Христос воскрес! Воистину воскрес! У меня такой вопрос. У меня дедушка мой после войны покончил жизнь самоубийством, спасая семью от преследования НКВД. Вот. И вопрос такой. Несу ли мы ответственность, как его потомки, за его поступок? И могу ли я молиться за него в церкви, ставить за него свечи и какие-то совершать деяния? А что он сделал все-таки? Он совершил грех самоубийства, но мотивировал. Он был тем, по всей видимости, что он спасал семью от преследований НКВД. Можно ли молиться? Понял, да. Несет ли семья грех в данном случае дедушке? Очень сложный вопрос, конечно. Да? Очень сложный вопрос. Нет, человеку можно молиться, безусловно. Никто ему не может запретить молиться, как человек, который понимал, что вот в данном случае, может быть, и не было другого выхода. Мы не знаем всех нюансов той жизни, только Господь знает. В любом случае. В любом случае домашней молитвой можно молиться, да. Я думаю, что и близкие какие-то люди, если узнают, тоже как-то могут посочувствовать и как-то в каких-то особых днях тоже как-то помянуть, наверное. Вот. Но здесь нельзя, конечно, наверное, подавать проскомидию в данном случае, потому что здесь такой тонкий вопрос. Смертный грех, да? Но мы не можем говорить, что это смертный грех, потому что мы не знаем, какая ситуация была у человека. Нужно, конечно, более подробно рассказать ситуацию, действительно ли это было самоубийство, или это было сознательная жертва. Опять же, да? Сознательная жертва, даже что действительно... В юриспруденции есть термин «вынужденное самоубийство». Это да. Как убийство. Да, поэтому здесь нужно разбираться. Нельзя точно сказать. Вот. Одно можно сказать, что родным, близким, которые знают всю ситуацию, знают вот эти вещи и любят своего предка, да, они не просто могут, они, конечно, должны молиться. И должны молиться с верой и с надеждой, что Господь спасет. Это одно можно сказать. Вот. Но как церкви поступать в данном случае? Разрешить ли вот эти проскомедийные поминовения? Нужно здесь разбираться. Потому что действительно известно, что если человек совершил самоубийство под действием, под тем или иным психологическим расстройством, психическим расстройством. Под давлением. Да, то это не может считаться это самоубийством. Да? Известно, давление НКВД могло быть очень сильное. Угу. Может быть, человек просто впал в какое-то психическое расстройство, и из-за этого произошло с ним.
Мы не можем всех этих вещей сейчас знать из телефонного разговора. Но вот эти все вещи нужно обсудить, вот, может быть, с местным священником, который рассудительно может помочь вникнуть в ситуацию и донести до архиерея, чтобы, может быть, даже на уровне... В исключительных случаях по благословению архиерея можно и подавать проскомидию, да? Да, конечно. Вот это все разбирается, это все изучается и дается такой правильный ответ. Спасибо. Итак, вопрос пришел только что. У нас звонок на линии. Позже чуть вопрос по бумажке из Рязани. До этого был звонок. Сейчас тот, кто на телефоне. Алло. Христос воскресе. Воистину воскресе. Ну вот, здравствуйте, батюшка. У меня есть вот такой вопрос. У меня невоцерковленные подруги, и вот когда они зовут меня с ними встретиться, погулять с ними, вот мне все время приходится придумывать какие-то отговорки, и как можно мягко объяснить им, что я не могу с ними встретиться и с ними общаться? Угу. То есть вы вообще не можете общаться или просто там не можете, допустим, с ними... Да, не могу вот именно встретиться. То есть даже общаться? Общаться могу, но встретиться вот я не хочу. А, не хотите? Ну, наверное, это было в период поста. Куда-то звали. Ну, может быть... То есть в период поста развлечься. Другое дело. Но можно все равно как-то прийти, пообщаться, сказать: у меня, извините, вот я с вами встретилась, то есть что я не оказываю вам неуважения, но просто у меня вот другой выбор в жизни. Я вот живу вот сейчас вот этим. Хотите, приходите, я вам расскажу о своем выборе, о своем христианском пути. Почему это так для меня важно, вы тогда поймете, почему я не могу с вами продолжить вот это вот, может быть, там, скорее всего, веселое гуляние, там, с еще как-то, с какими-то такими вещами. Не христианскими. Ну, наверное, да. Вот. Может быть, там, кого-то осуждают, там, может быть, еще что-то. Я не знаю, как нюансы. Но есть смысл прийти, встретиться и как-то своим примером явить образец хорошего. Вот я говорю, прийти, пообщаться, немножко хотя бы сказать, вот так, так и так, я вот пришел, вот, если мы будем говорить на более-менее какие-то вот такие темы, ну, наверное, нормально это. Что-то здесь же, как человек себя тоже поставит в обществе, он может так поставить, что его будет увлекать во грех, а может себя так поставить, что все остальные станут верующими. То есть взвесить свои силы. Конечно, да, если взвешивать свои силы правильно, вот сестра, которая звонила, что да, действительно, это разрушительно для жизни. Бывает такое. Ну, например, если я, может быть, крайний пример приведу, но если наркоман пришел в церковь, и его старые наркоманы зовут к себе и сказать: давай пойдем еще пообщаемся. Вообще нужно с ними все связи обрубить. Иногда даже переезжают в другой город, чтобы их не видеть даже. Чтобы не было даже знакомых, похожих людей рядом. И это рядом. Если человек осознает свою слабость. Конечно. Он человек осознает свою слабость, я не справлюсь. Вот. Если вот это такой случай, что человек осознает свою слабость, что он в чем-то не справится, что его втягивает в что-то такое вот страшное, постыдное, конечно, это опасно и нельзя. Но решительно отказаться. Решительно, конечно, надо отказаться и там все телефоны удалить, там симку поменять, не знаю, как там чего, область. Спасибо. Вот. А если наоборот, то наоборот нам Господь дает возможность наших друзей привести. Если друзья нормальные, добрые, искренние, то не нужно с ними терять связь. Это очень важно для христианина, как он только воцерковился, стараться не потерять связь с своими близкими, друзьями. Как бы они ни казались ему земными. Но если они простые, добрые, нормальные люди, это в итоге убережет человека от самого страшного искушения, от духовной гордыни, как раз которая вот для новоначальных самая опасная, самая разрушительная. Принцип тоталитарных сект, вот, пожалуй, да. В том, чтобы первым делом человека отсечь, от близких... Отсечь от близких, от социальных, да, его, и поменять его социальное окружение. Наоборот, эти близкие нам посланы Богом по промыслу Божию, они рядом с нами, мы с ними учились, с ними дружили в школе, в вузе, на работе. Вот. Если это нормальные, добрые люди, не нужно от них отстраняться. Вот. И даже, может, где-то разделить с ними радость в рамках разумного. Вот, не напиваться, как вот, а не если праздник как-то, может быть, вот, не осуждая их хотя бы там, поучаствовать в их веселье, там,
вспоминать свою молодость. Там много что было хорошего. Может, и плохое было, но хорошее тоже было. Батюшка, пока мы с вами беседовали, пришла записка из Рязани от, видимо, человека, который поступал в семинарию, или от его близкого, от Валерия. Священник отказал алтарнику от поступления в семинарию по причине, что он откосил от армии в молодости. Прав ли священник? Есть ли какие-нибудь условия вот такие в семинарии, вы не знаете? Да, интересно, да. Вот. Ну, то, что откосило, если это действительно было, ну, как-то, ну, действительно, с помощью лжи, конечно, это грех. Вот. И, наверное, священник, если его знает хорошо, то ему виднее. Ему виднее, да. Мы не можем как бы говорить вот по такой ситуации. Но, с другой стороны, возможно, покаяние. Вот. Строго канонических здесь препятствий таких нет. Строго канонических. Вот. А вот. Но нюансы могут быть разные. Поэтому здесь, конечно, общий ответ. Это общий вопрос, общий ответ. Важен не сам факт, а причина, по которой... Конечно. Вот откосить. Именно глубина вот этого греха, если он там был. Ну и такой общий вопрос, который задают немало зрителей, в данном случае пришел из Тамбовской области, о грехах. Есть ли такие грехи, батюшка, которые Бог не может простить ни при каких обстоятельствах? Это называется хула на Духа Святого. Тот грех, который, когда человек считается, что ему позволено грешить и не каяться. В чем, если очень просто сказать, в чем хула на Духа Святого, когда человек считает, что вот он имеет право на грех. Ну, как вот фарисеи имели право на зависть, на гордость, они считали. То есть получается, что Господь не может простить просто потому, что оставляет свободу выбора, и конечно, выбор человека, чтобы ему эти грехи не прощались, потому что они, да, не грехи. Потому что он не кается, фактически. А так-то любой грех Господь простит. Мы знаем из Евангелия, что как бы тяжело человек не согрешил, разбойник на кресте первым вводится в рай. За одно только слово, за одну фразу «помяни меня, Господи, и когда приедешь во Царствие Твоем». Да? Вот. За одно только покаяние, что мы сделали плохое в жизни. За вот эти две фразы Господь вводит в рай разбойника, который убивал, видимо, и неизвестно, что еще там было. Спасибо, батюшка. Ну что ж, у нас практически не остается времени в прямом эфире, разве что для вашего напутственного слова. Есть еще несколько дней Светлой Седмицы. Ну да. Что хочется сказать напоследок нашим зрителям? Ну, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Хочу сказать, чтобы вот эта радость о Господе не угасалась за все дни Светлой Седмицы, потому что Пасха, сам праздник, это всю неделю мы празднуем этот праздник. Это не только сам день Пасхи, конечно. Начинаем мы его наиболее радостно, но и вся Светлая Седмица — это память о воскресшем Христе. Будем делиться этой радостью с нашими близкими, с нашими родными. Делиться не просто словами, а делиться вот той радостью жизни, той любовью, которую мы открыли для себя во Христе. Научимся смотреть на наших близких так, как смотрит на них Господь, видя их немощи, но зная о бессмертной их душе. Христос воскресе! Воистину воскресе! Спасибо огромное, батюшка. Напомню, у нас в студии был отец Александр Сандарев. Постарались мы ответить на ваши вопросы. Естественно, остаются некоторые, на которые мы не успели ответить. На них смотрите ответы в следующих программах. Сейчас приходит время для молитвенного правила на телеканале «Союз».